Для Инстаграма я уже записала небольшие рилс с таро-прогнозом. Ну, так, общее, скажем так. А теперь мы пойдем смотреть все детально. Посмотрим финансы, посмотрим отношения. Ну и дальше как пойдет. Может быть, еще что-то мы там увидим. Все, смотрим для каждого знака зодиака сделаем. Для Дев. Общая энергетика в месяце выпала добро и зло, что говорит о том, что, ну, возможно, кому-то нужно, да, причинить добро, а кому-то и зла достаточно будет. А может быть, и то, и другое придется сделать. Ну, тут каждый выбирает сам. Сейчас посмотрим, что кому стоит причинить. Так, на событийном уровне смотрим. Ну, давайте, Девы, что у вас там? Тут опять правда какая-то у нас вылазит. Сейчас я достану, а потом посмотрим. Так, конечно, к девам тут стучится больше добра, чем зла. Семейность, возможно, знаете, какие-то такие церковные обряды. Кто-то на крещение, может быть, попадет, кто-то просто на службу и еще куда-то. Так, вот эта карта мне не очень нравится. Так, осторожнее с новыми влюбленными. Возможно, они немножечко как бы запудрят мозг вам своим, ну, своей неправдой, скажем так, покажутся не тем, чем есть на самом деле. Так, дальше у нас идет семейный круг. В общем, девы больше как-то в семье. Будут неожиданности, неожиданные подарочки, неожиданные какие-то, ну, премии, может, какой-то небольшой выпишут. В общем, по работе небольшие заработки такие, которые нежданно-негаданно, скажем так, заработались. Так, посмотрим, что тут на любовь у нас выпала, девы. Так, вот тут две карты вам, они сразу выпали. Ваша легкость может быть разрушена, да? Если вы вдруг думаете, что у вас все прекрасно и легкие, приятные отношения. То ли это какая-то сильная-сильная ссора, если вы в паре, да, если вы, вот, вы думаете, что у вас какие-то прям отличные отношения, вдруг внезапно вы сильно рассоритесь, ничто не предвещает этой беды. Хотя вот тут уже, опять же, на событийном уровне я вас предупреждала о том, что, может быть, ваш какой-то партнер, новый знакомый покажет какой-то, ну, что-то вы о нем нехорошее узнаете, вплоть до, ну, прям сильной, очень сильной ссоры, до разрыва, неожиданный, неприятный. Вам как бы захочется даже немножко отмыться от этого, да, так вот, ну, противно прям будет. Но следом наступает очень отличный даже период, в котором вы полны сексуальной энергии, напора, радости, счастья, и, ну, ваше сердце наполнено, вот вас как бы возьмут в ручки, в такие, в крепкие, в хорошие, в которых вам будет тепло, уютно и хорошо. Думаю, уже даже, наверное, не будем больше доставать для дев. Или достать все-таки еще. Давайте на семейные пары посмотрим. Такс. Что о
относится к мужчинам, да? Мужчины-девы. Вы, возможно, себя считаете мачо, что вы покорите любую девушку. И все от вас без ума. Но на самом деле это вас покоряет, это как бы вы поддаетесь девушкам, и вам попадаются в мае, по крайней мере, те, кто вами управляет. Ну, а соответственно, для дев женского пола вы управляете своим мужчиной. Вы наполнены сексуальной энергией, в бразды правления в ваших руках. Так что все отлично у вас.